В Запорожье задержали очередного любителя бесплатной выпивки. По словам правоохранителей, в ночь на 1 июня 17-летний юноша решил отметить День защиты детей в компании пива. Правда, не покупая его, молодой человек с помощью монтировки сломал решетку в киоске на улице Столиваров, однако дальнейшему ходу спецоперации помешали появившиеся сотрудники патрульно-постовой службы. Парень попытался скрыться, но был задержан.